Еще так сделай. Сейчас. И я хочу его увидеть. Так. Я хочу увидеть Питера. Соломон Кэрролл. Ну так, бабуль, я волшебник. Это Питер. Да, кому ж там еще быть? Питер! Питер! Эй, Питер! Питер! Да! Здрасте. Здрасте. Спокойно, я хороший. Ух ты. Кто ты такой? Я Питер Паркер. Это неправда. В моей вселенной я Человек-паук. Но вчера я вдруг... Я очутился тут. Значит, теория струн, множественность вселенной, телепортация... Это все не просто теории? Ну да. Я знал. Наверное, это все из-за магии. Из-за магии? Волшебства, в смысле? Да не, я не то сказал. О чем ты? У вас и волшебство реально. Я... Смолчи, Нед. Не, волшебства не существует. Молчи. Ну, в смысле, есть фокусники, конечно, но так, что прям... Замок. Тихо, стоп. Проверим. Что проверим? Что ты Питер Паркер. Я удостоверение с собой не ношу, я же все-таки супергерой. Нам важна анонимность. Чего кидаешься? Проверяла, как у тебя с чутьем. Нормально, но не для таких глупостей. Может, хватит хлебом кидаться? Очень уж ты недоверчивая. Это правильно. Поползай. Поползать? Да. Да ну. Поползай, говорю. С какой стати мне ползать? Мало доказательств. Этого хватит. А вот и нет. Не, нет, а нет. Да. Хватит. Не-а. Как я к потолку-то прилип? Ползай. Нет, сабин му джан сама маньян, да алисин юн агеу са сулок. Ха? Бабуля спросила, ты не мог бы паутинку убрать? Раз уж ты на потолке. Сейчас. Спасибо. Ну что? Все? Пока да. То есть, я открыл портал не к тому Питеру Паркеру? Наверное, придется открывать, пока не найдем настоящего. А я какой? Извини,